Меня зовут Светлана, и мне 28. Только несколько друзей меня называют Лана и Дэвид. Мой родной город – Павлоград. Ну, на данный момент я живу в Киеве, и в Павлоград не возвращаюсь. Это достаточно красивый город, но скучный. Мне очень нравится косметика. Я люблю красоты. В Америке, наверное, намного больше косметики. Не могу дождаться, чтобы попробовать все самое лучшее. Расскажи, пожалуйста, о своих предыдущих отношениях. У меня раньше было немного отношений. Я еще не вышла замуж, я никогда не была помолвлена, потому что еще не встретила достойного мужчину. Давайте, наверное, вот это вот. Я решила зарегистрироваться на сайте знакомств. Я никогда не могла поверить, предположить, что встречу такого иностранца, как Дэвид. Я написала Дэвиду первое, потому что меня привлекла его фотография и то, что он написал о себе в профайле. Меня привлекло то, что у нас очень много общего, мы оба любим путешествовать, то, что у него отличное чувство юмора. Почему ты искала именно иностранных ребят? Я никогда не была в США, но я мечтаю побывать там. Я хочу увидеть страну больших возможностей. Дэвид живет в Лас-Вегасе. Я знаю, что это город, где очень много казино. Очень яркий город. Я знаю, что в Лас-Вегасе можно очень быстро пожениться, всего лишь за несколько часов. Ну, ты же знаешь, что Киеве. Я знаю, что Дэвид в Киеве. Я была занята на соревнованиях по хоккею своего племянника. Я решила подождать до понедельника, чтобы встретиться с ним. Алло. Сейчас сижу в кафе. Как ты вообще обжилась? Мне здесь очень нравится. А завтра вообще будет крутой день. Я встречаюсь с американцем. А сколько ему лет? Ему около 60. Он из Лас-Вегаса. Да. Он хорошо зарабатывает. Прикольно, может, он тебе какие-то подарки приведет? Надеюсь. Встречалась ли ты с мужчинами с этого сайта знакомств раньше? Раньше я встречалась с мужчинами с этого сайта. Какие это были отношения? Ответь, пожалуйста, на вопрос. Сайт тебе платит за общение с Нет. Он приезжал в Павлоград летом. Но я не смогла с ним тогда встретиться. Так и что? А после этого, как вы не встретились, он тебя не обидел? Он понял всю ситуацию. И приехал снова. Ничего себе, вот это ты его покорила. Когда Дэвид был в Павлограде, я тоже была в Павлограде. Дэвид ждал меня в ресторане в Павлограде, но я не пришла. Почему? Передумала. Как вы
не знаю, возьми с собой перекусить. Да, буду. Хорошо, давай, пока. Прошлые 4 раза там были весомые аргументы, почему это не случилось. В 4-й раз у вас была запланирована встреча в Одессе. Ты покупала билеты? Конечно. Я никогда не лгала Дэвиду о причинах, почему я не могу прийти к нему навстречу. Но теперь я думаю, что я готова. Я хочу увидеть, какой он человек в жизни. И тогда уже решить о будущем. Oh my God, that's her. That is her. Oh my God. Oh wow. Oh, it is cold. Yes. Look at you. Oh my God. Wow. We have to get out of this cold. I can't believe it. I can't believe it. Why? Why? Oh, it feels so good. I can't believe it. 7 years, she's here. Oh, amazing. I don't want to let you go. Oh, God. Я чувствовала, что это моя родная душа. Ну, как бы... Дэвид мне привлекательный как мужчина. Это даже превзошло мои ожидания. На сегодняшний день мне все нравится в Дэвиде. Кроме кожаного пальто.